Привет, друзья, у нас в гостях группа «Запой». И первый член этой группы, представьтесь, пожалуйста. Златан Ибрагимович. Я Валера Мастейн. Здорово, я Паша Улих. Короче, я вам лучше анекдот расскажу. Значит, приходит мужик в аптеку, говорит: слушайте, мне килограмм бананов. Да. А вот расскажите, на каком инструменте вы играете? Всю жизнь на этой гитаре играю. Всю жизнь. Они такие: ну какие нахуй бананы, тут же аптека. Говорит, а. И ушел. На следующий день приходит такой, говорит, ну в аптеку приходит и говорит: слушайте, а у вас есть бананы? Мне вот килограмм нужен. Не видишь? 4 струны, что это? А, это бас-гитара. Ну вы, может, что-нибудь расскажете про свою гитару, нет? Такие, блин, у нас нет бананов, у нас аптека, у нас там феназепам, там, ну, все вот это вот шляпа наша. Вот, он говорит, ну ладно, и уходит. На третий день приходит в аптеку, а там табличка, короче, у бананов нет. Очень хорошая палочка такая, интересная, а когда беру ее на сцене, вот выхожу на сцене и могу остановиться просто. А в каком стиле играет группа «Запой»? Суперскоростной спид-метал. Очень серьезный металл, серьезный металл. Нью-метал. Я слышал, что группа «Запой» играет панк-рок. Может быть... Может быть, нет. Ходят слухи, что вы играете в Калининграде 3 декабря. Вы можете что-то рассказать про этот концерт? Он такой: а, суки, значит, были все-таки бананы, да? Нет, Лос-Анджелес или Калининград, Калининград. Ты что несешь, дядь, какой 3 декабря, какой нахуй? Я не понял, вы все-таки будете играть в Калининграде 3 декабря или нет? Мы вообще в Иваново едем. Нет, мы играем в Лос-Анджелесах только. Нет! Какого хуя вы сюда приперлись вообще? Куда, блядь, ты ходишь там? Ехать в Калининград и играете 3 декабря, блядь! А прикиньте, бананы-то были, а сейчас нет. Бананов, ну нету, написали таблички, пиздец, как будто они были, бля. Ну пиздец. Ну ладно, а «Запой» будет в Калининграде 3 декабря, приходите, ребята.